Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Возлюбленные во Христе, дорогие отцы, братья и сестры. Я хотел вам сказать, что мы приготовились в это святое воскресенье начинать с Божьей помощью, с Божьим благословением этот пост. Просим Божьего благословения на всех вас, Божьей помощи, кто как может, братья и сестры, чтоб постился и молился. Потому что постом и молитвой мы можем все побеждать. И постом и молитвой искореняются эти дьяволы и силы их. И за это мы сегодня благословляем вам по мере возможности, как кто может. Кто строгий пост, кто меньше, но самое главное, чтобы постились. И вы знаете, самое главное, что мы не съедали друг друга. Потому что любовь побеждает все. И я бы хотел обращаться к тебе. Много страданий мой народ Украины. Господь прислал нам эти испытания, и для нас эти самые тяжелые дни. Но мы верим, что Господь не оставит нас, не оставит нашу Украину. Наша Украинская Церковь была, есть и будет с вами. Мы всегда молимся за наш народ. И в эти тяжелые дни мы остаемся с тобой, мой народ украинский. Мы поможем друг другу, мы протянем друг другу руку, помощь и любовь. Знаю, тебе очень трудно. Бог тебя не оставит. Я много раз сказал, что у нас самые прекрасные люди живут тут, добрые. И через это Господь вас не оставит. У нас один народ. Нас ничего не может разделять. Но наша страна, наша держава сегодня проходит тяжелые испытания. У нас умирают люди. У нас проливается кровь. Господи, помоги нам. Не оставь моего украинского народа. Господи, дай нам снова увидеть улыбку на лице наших детей. Господи, соедини обратно наши семьи. Поверни отцов наших, сыновей. Господи, мы согрешили перед Тобою. Мы виноваты, Боже. Но мы просим прощения у Тебя и прошу, Господи, прошу, Господи, Ты знаешь, как мы страдаем в эти дни. Мне кажется, что я больше уже не могу нести этот крест. Я говорю, что мой украинский народ снова распят на кресте. Но с Тобой, Господь, Бог. Бог Тебя не оставит. Даст Бог. Снова будет все хорошо. Чтоб все опомнились, что кровь, которая проливается, и слезы, которые плачут дети сегодня, вам будет очень трудно отвечать за них перед Господом Богом. Я с вами. Монастырь Бончинский ваш. Я вас не оставлю. Приходите все. Мест уже нету, но мы найдем. Как Господь даст. Я не могу вас оставить, потому что вы мои.
Я с вами очень много дел хороших сделал. Вы добрый, мой народ. С покаянием придем ко Господу Богу, и Он услышит наши молитвы. Братья и сестры, кто сможет из вас гасить этот огонь вражды? Гасите, братья и сестры. Нам надо молитвы сейчас побеждать все зло. И просить Царицу Небес, чтобы умягчил сердца тех людей, которые хотят войну, которые хотят видеть кровь. Вам легче будет от этого? Опомнитесь, остановитесь, чтобы вас не остановил Господь Бог. Бо плохо будет. А ты, мой народ украинский, терпи. Ты всегда терпел. Ты молился. Вы такие прекрасные все. Из-за это я счастлив, что я в эти времена живу с вами. Я не лицемер. Я не играю роли. Я ничего не меняю свою веру. Мне ничего не страшно. Мне страшно потерять Господа Бога, потерять Царство Божие. Мне страшно потерять мое имя, которое есть человек. Человек, старайся, чтобы твое имя стало всегда человеком. И не забудь, все пройдет. Но суд Божий придет и нас будет судить за все, что мы сделали. По вере нашей православной, мы и есть Украинская Православная Церковь. У нас есть блаженнейший онуфрий. Я ничего не буду решать. Я не буду в эти времена ничего делать, объявлять что-то. Потому что мы всегда были со своим народом и остаемся со своим украинским народом. Любим всех людей, которые живут на земле. Люблю всех и призываю к молитве. Я думаю, что Господь поможет блаженнейшему онуфрию и нашему синоду Украинской Православной Церкви решать все вопросы канонические. Не бойтесь ничего, братья и сестры. У нас в Румынии была такая семья, царь был Брынковяном. И когда пришло время, я не помню, самый маленький ребенок, наверное, было где-то 9 лет. Ну, не помню точно. Но был маленький. И когда убили отца, отец укрепляли и говорил, что мы ради Царствия Божия и вечности живем. И им отрезали всем головы. Есть икона Святой Софии и три дочки. Вера, надежда, любовь. Горел огонь. Все решетки были красные. Мучители говорили маме, смотри, сейчас твои дочки тут. Будем мучить на этом огне. Мама обняла, целовала дочек своих. Дочечки мои. Один миг, и мы будем вместе в Царстве Божьем вечности. Их убили. Сегодня они мученицы нашей православной церкви. И очень много-много есть таких святых, которые их бросили зверям. Стреляли, убивали, мучили. Братья и сестры, церковь не занимается ничем, кроме того молитвы и призывает к Богу. Если нас обвиняют, мы должны отпустить голову и молчать. Так сказал один святой отец, когда придет это время, прошу вас ничего не говорить, и ни плохое, и ни хорошее. Молитесь, молитесь, молитесь. Мы один народ. У нас один Бог. Отец Небесный, а мы все дети Его. Призываю всех, кто верит в Бога и кто не верит, старайтесь в эти три трудные дни
который мы испытываем все на этой земле. Я знаю, сколько часов вы спите в ночи. Я видел те слезы, которые я никогда не увидел. Я больше стал ценить вас. Хочу снова, чтобы деточки наши были на руках своих отцов. Прижимайте их сильно к груди своему, бо горе настало на нашу украинскую землю. Но Господь услышит нас. Начинается Великий пост. Возьмите псалтырь, братья и сестры, молитвословы. Молитесь и призывайте Господа Бога. Он нас не оставит. Прошу Божьего благословения на всех вас, чтобы милость Божия и покров Пресвятой Богородицы покрывала нашу родную Украину. И хочу всем сказать, не забывайте, что в Украине тоже живут люди, и дети Божьи эти они называются. И Бог знает про нас, и Господь знает про каждую слезинку и каждую капельку крови. Опомнитесь, вы большие этой земли, мало вам. Успокойтесь, призывайте Бога. Господи, увразуми всех и пошли снова долгожданный мир на нашу украинскую землю. А вам, дети мои, оставайтесь верны Господу Богу, верны нашей православной церкви. Не надо воевать друг против друга. Вы все должны быть едины. Мы один народ, и у нас одна держава. Божьей помощи вам, Божьего благословения, и я люблю вас. Как никогда мне хочется вас обнять и снова обнять, и никуда не отпускать, Боже. Я с вами всегда был счастлив, потому что с нами Бог. Благодарю за помощь, за вашу любовь, за доброту. Я не знаю, если меня услышали, я попросил руководство нашей области, чтобы нам дали тоже машины, чтобы мы грузили, у нас на завтра можем погрузить уже 50 тонн. Хорошие продукты, свежие все, отправлять нашему украинскому народу, всем людям нашим, которые страдают. Я хочу быть рядом с вами. Я думаю, что нам обещали, что помогут. Зато я попросил, чтобы завтра мы начали упаковать, делать все, чтобы сколько мы сможем, не дай Бог, то, что эти дни мы прожили, не дай Бог никому в этом мире. Господи, прости нас. Если можешь, прости, Боже. Прости всех людей. Сегодня прощальные воскресенья. Ну и вразуми, Боже, что Боже, никогда этого не было на нашей земле и нигде в мире. Никто, чтоб не хотел войну, всем достаточно есть. Живите там, где Господь вам дал то место, любите ее, и мы тоже имеем право любить эту землю, где мы родились, выросли, Господь нам дал ее. Спасибо, Господи, и с Великим постом, братья и сестры, что вы молились все, старайтесь никого не осуждать, ничего не говорить, кроме молитвы и молитвы и молитвы. И скоро, я верю, что будет все хорошо. Любите меня. Вам спускаю, брасы в окуприн, что снова майдал другу ничего. Vă mulțumesc pentru mulțimea de oameni care au fost astăzi la Sfânta Liturghie. Voi sunteți alinarea noastră.
Și aș putea spune că și Dumnezeu se mângâie cu voi. Că ați venit într-un număr atât de mare să ne rugăm, să ne bucurăm duhovnicești, chiar dacă nu mai putem zâmbi, dacă avem atâtea zile de când ne neacă lacrimi, de când suferă poporul acesta. Dar Tu, Doamne, ești mare. Tu toate le poți face, Doamne. Noi n-am știut că suntem atât de slabi și nu putem duce atâta durere care a venit asupra noastră. Te rugăm să ne întărești. Dea bunul Dumnezeu să avem cât mai mulți oameni. Am pomenit de poporul meu român. Să știți că nu mi-e rușine să spun că sunt român. Ceea ce am văzut, ce s-a petrecut zilele acestea la vamă, în România, și toți au strigat și strigă într-una ziua și noaptea, vrem să ajutăm, vrem să dăm. Lor tot le greu, nu le atât de ușor, nu au atât de mult. Însă, slavă Domnului, v-am pomenit un nume aici, pe numele Becali, vreau să spun fratele Becali. Îl iubesc de când îl știu, pentru că apără Ortodoxia, apără Biserica, apără preoții, slujitorii ei, nu lasă ca cineva să-și bată joc din Sfânta noastră credință. De aceea îl iubesc și zilele acestea a găsit putere și vreme să ne sune și nouă ca să vină în ajutor. Să ajutăm poporul, să fim alături și Dumnezeu nu ne va lăsa. Rămânem în continuare în așteptarea celor necăjiți, celor care au nevoie de noi, vom fi în slujba voastră. Amin. Dragii frate și sestre, ми остаемся в службу Господню и вам готовы служить день и ночь. Помогай вам Господь Бог, ждем всех вас, будем утешать друг друга, как сможем. Не оставим никого. Двери нашего монастыря остаются открыты для всех людей, которые приезжают. Ну, вы приезжаете и уезжаете, а мы остаемся с молитвой, со слезами и скучаем за вами. До сих пор за эти все дни прошло где-то больше 7 тысяч человек через наши монастыря. И уехали, и звонят люди, благодаря, что мы протянули им руки, что мы утешали так, как могли. Просим и вас, братья и сестры, возьмите ваших домах, возьмите этих людей, они наши братья, они наши дети. Не оставляйте никого на улице, не бойтесь ничего. Все равно когда-то все останется тут. Цените ту любовь и Божью благодать, которую Господь нам дал всем. Аминь. Спасибо, Господи.